Новые вакансии для моногородов. На заседании регионального кабинета министров также утвердили областную целевую программу по субсидированию создания рабочих мест. Деньги получат предприниматели из Октябрьска, Похвистнева и Отрадного. За каждую новую ставку в штатном расписании полагается 2000 евро, при условии, что зарплата будет не ниже средней по городу. Программа рассчитана на ближайшие 3 года. Общий объем финансирования превышает 113 миллионов рублей. Таким образом, предполагается открыть более 1500 рабочих мест. Очень долго отрабатывали программу по моногородам вот, с таким количеством населения. И сегодня действительно можно поставить хороший пример по Чапаевской территории. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы вот те условия, которые мы с вами принимаем, они достаточно льготные для предприятий бизнеса, чтобы они послужили и сделали нам то же самое с привлечением новых проектов и на как в Отрадном, как в Октябрьске, так и в Похвистнем районе. Также на заседании правительства поддержали программу мероприятий по подключению к сети интернет детей-инвалидов. Доступ к всемирной паутине им необходим для дистанционного обучения. Такую возможность получит 470 школьников.